Здравствуйте, любимые зрители! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА сериала «За Германию» в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо имеется в описании. Всё-таки всегда интереснее смотреть с самого начала, да и пояснить настройки карты в данной партии надо. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. У меня такой вопрос. С какого момента я могу создавать армады, флоты? Национализация. Что еще раз? Национализм. То есть, вот он как раз... А где у Конго пригороды? Боже, ребята, вы как первый раз как будто, видишь, немецкий. Я Конго никогда не играл. А, все, нашел. Все. Никто не строит развлекательные комплексы вообще? Я строю. Я строю. Все понял. Да ладно. Нужно еще рабочую вахине эту рыбу обработать, ту равнину этот. Давайте я в Магдебурге построю строителя. Как ошалел и все люди не проходил. Слушай, Конго, я так понимаю, что ты не строил вообще гавани, зато все коммерческие центры построил? Нет, не все, но немного. Конго вообще без единой гавани. Это национализм, который engenders nations. It is nationalism which engenders nations, and not the other way around. Да, точно. Слушай, Бимирок, я тоже сейчас создал три армады, и у меня не было ускорения. Значит, только наземные юниты. Хоть бы написали. Я единственный сюзерен Занзибара. Очень странно. Он хочет тебе религию привезу что-нибудь. Вези, пускай будет, там же он говорит, все. Ходу. Греция приветствует еврейских миссионеров, если они будут. А вон Кнос сам принял. Ну там еще Спарта, как бы Эфес. Ну их как бы не будет, могу тебе сразу сказать. Очень жаль. У меня 10 веры в ход, это просто
Ну, никак. Кому я ученого подарил? Кто возьмет? Какой, извиняюсь, взял? Каперов надо еще построить. Наверное, рабочих в Ахине и... Сколько научных? Три капера. Тем более, тут еще морской порт и электростанция. Мало. Вот это надо открыть. Вообще-то. Да признайся. 200 есть? Меньше. Так, давайте вот так сделаем. И капера я к этому моменту сделаю. Не, на самом деле 99. Это вот это с этой карточкой, чтобы я ее взял. Хотя мне она не помогла. Нет, у меня карточек вообще нет на компьютер. It's one thing to surmise what happened. Ну так а смысла нет разгонять же. Особо. Как что-то не доставать особо. Так, тут капер. Тут капер. Я вместо Египта уже пошел бы на Сирию. Работает, да, фабрика работает сюда. Блин, с одной стороны тут был, ну, лучше тут делать стратегически более правильно. Варварские броненосцы подъехали. Так, еще раз, что вы говорили про эти националисты, про эти корпуса, что они не работают? С морскими юнитами не работают. Это чушь. И это как? Я просто смотрю сейчас на русского, он... Ага. И что видишь? Ну, что у него... И мощь не изменилась. То есть как было 55, так и осталось. Это к чему? Ну, у него корпус плывет. Я встречаюсь с фрегатом обычным, у него корпус, и у него 55 базовая мощь. То есть это как бы глюк получается, не работает. Это неправильно. У меня 72 мощь, если атаковать твой фрегат. Подожди, а почему? То есть не отображается просто? Видимо, не отображается. Ну вот я выбираю фрегат не в корпусе, он 45 в рукопашной, 55 дальнего боя. Выбираю корпус 55-65, то есть на 10 увеличилось. Значит, просто у меня как-то отображается. А, он же в защите, он 45-й, понял, все. Ага. Не знаю, имеет ли мне смысл тут
что-то еще исследовать территорию какую-то, там русского исследовать. Это у кого-то рассинхрон? Я подгружаюсь. У тебя рассинхрон. If facts don't fit the theory, change the facts. It's the Industrial Revolution and the growth of urban concentrations that led to a sense. Так, капер. Тут два хода, и тут будет два хода, и как раз ускорю электричество. Зашибись. Я, кстати, не поставил тут. Давайте, наверное, морских юнитов возрождения промышленной эры. О, два хода, один ход. О, могу наконец-то апостола купить. Так, давайте я тут рабочего куплю. Надо селитру обработать, камень, молоко это. Чего-то бабник. Ну что, теперь все нормально? Да, у меня все нормально.
Окей. Странно, по-моему, у меня электричество не ускоряется. Создал три капера и нифига. Очень интересно. Я это уже не буду строить, оно бесполезно. Давайте-ка мы пригород тут построим. Так, ну мы тут везде пригороды строим, так что с жильем будет скоро все окей. Benjamin Franklin may have discovered electricity. Benjamin Franklin may have discovered electricity. But it was the man who invented the meter. Электростанции, конечно, строим. Тут электростанция в Майнце и в Нюрнберге. Так, этот инженер пропускаем.
Так, а где моя субмарина? А, то есть вот она сейчас. Ясно. Тогда мне дальше пока не надо. Химию, пожалуй. Так, значит, чем немецкая подлодка круче? Обычная субмарина дешевле в производстве, плюс 1 к обзору и плюс 10 к боевой мощи, если сражается на клетках океана. Ясно. Но дешевле в производстве тоже очень важно. Apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public order. Так, тут жилье есть. Морской порт. Торговец. Будет мобилизация. Сделаю. Да, и надо будет взять карточку на снижение апгрейда. Хотя у меня тут только один капер. Ну, одна армия будет. Тем не менее. When they are preparing for war, those who rule by force speak most copiously about peace. Так, значит. Это мы оставляем. Сейчас возьмем временно. Блин, где тут скидка на все улучшения юнитов? Да, пока объединим. В армию. Проведем следующим ходом.
Достраиваем электростанции, достраиваем морские порты и все, и везде фигачим подводные лодки. Вот такой план. Все этого инженера. Я не понимаю, как, а что все не взяли? Как это так? Конго? Во. Что-то мне стоил 66 почему-то, я смотрел странно. А, еще бразилец, его нет. Следующий инженер тоже важный. Полезный, да. Да, это полезный. Надо обязательно брать. Внезапно. Знаете, наверное, приобрету миссионера. Что у меня там еще города не обратились. А производство они должны давать. Так, этот что делает? Плюс один уровень и 75%. А этот 50%. Абсолютно одинаково с Грецией. Что у нас с торговлей? Ага. Все торгуется уже. Вот этих, этот табак надо обработать. Ну, Вишневецкий стал Занзибар обрабатывать. Давайте откроем что-нибудь дешевое, вот морскую традицию, заодно посла получим. Так, радио долговато. Хочу убрать эту карточку на плюс. The Navy has both a tradition and a future. And we... Так, подлодка. Нахожу деревеньки, они не либо религию, либо разведчик. Зарождение промышленной эры. А подлодка это уже новое время, да? Где у нас для нового времени? Это воздушные юниты. Вот, холодная война.
Серьезно, Вишневецкий, да? Не-не-не, не так. Ты 6 послов туда. Там было. 6 послов туда зафигачил. 3. Это сейчас 3. Я когда его сделал союзником, там было. Никого не было. Это было 5 ходов назад. Куда, куда? Ты за 5 ходов туда 6 послов зафигачил. Не, я сейчас добавился 3 посла. Куда? Занзибар. Ну а как думаешь, зачем я это сделал? А где он находится вообще? Чтоб ты еще туда пришел, 6 послов зафигачил. Ну где он? Он на карте точно есть. Он над Махеджи, правее Махеджидара, над греком. Сразу удовольство ушло, потому что там Занзибар давал. Do not usually stutter. It would be. Шибись, блин. Сразу несчастье пошло. Ну, чувак сидел, копил этих послов, 6 штук, всю игру. Угольную шахту не могу построить. 3 мушкетеров уже поздно делать. О, в России коммунизм. Цитрусовый хлопок, ртуть. Цитрусовый есть, хлопок есть, ртути нету. Американец предложение. Отлично.
отлично, сейчас несчастье уйдет, и еще следующим ходом отправлю двух послов в Занзибар сразу. Еще счастье получу. Отлично. Так, сколько я вообще от веры получаю? 6,5 всего-то производства. Кстати, плюс 10 от Ганзы. Тут только плюс 4. Тут Ганзы вообще нету. Плюс 10. Магдебург всего плюс 4. Тут плюс 8. Плюс 12. Отличненько. However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results. Кто-то вызвал, посадил ко мне шпиона и вызывает у меня эти, да? Вот вы сволочи, а? Хитрюги. Что? Хитрюги. Нет, что хитрюги, сволочи. Хитрые сволочи, ладно. Тут кое-что другое. Кто-то посадил ко мне в КНОС, а они появились у тебя. А-а-а. Да? Не, а почему ты уверен, что у тебя? Потому что у меня тут тоже район, а не потому что у меня сообщение выскочило, то, что кто-то завербовал партизан у меня. Точняк, слушай. Слушай, а у меня не выскочило. Блин. Прикол. Ну это, знаешь, это, наверное, специально, чтобы у меня появилось. Можно обузить. Это просто ну, потому, как что обузить? В той стороне у меня. Не обузить, просто у него район так расположен. То есть это он тебя так заобузил? Ну, не он. Кто-то вдвоем скооперировался против тебя, значит. О. Я сделал задание «Выжженные земли». Кучу денег на это сейчас трачу. На самом деле.
А, блин, ты коровыл. Русский, я там кину еще раз. Наклонился, что не то нажал, не то сделал. Ты неправильно кинул. В смысле неправильно? Ну теперь правильно. Actions speak louder than words. Блин, они еще и свалили с той территории, где я мог бы их. А, так у меня города уже. А, ну это тогда. Тогда не страшно. А босс тебе что, не нужен? Мозг? Ты ему мозг. Нужен ему мозг? Это как-то обидно. Босх! Ты кидал религиозный объект, мне нужен пейзаж. Я не кидал религиозный объект, потому что у меня нет религиозных объектов. В смысле, ты у меня просил религиозный объект. А. Кто-то там туризмом, я так понимаю. То есть вы оба пытаетесь победить туризмом и друг с другом шедеврами обмениваетесь, да? Да вы все по науке пошли, не понять. Линкор уже все вышли? Возможно. Почему у вас нет линкоров? А? Почему у вас нет линкоров? А что, сразу надо уже, да? Я вот смотрю на русского, плавает фрегат. Почему? Это фрегат-разведчик. Дает мне ненужное представление о твоей защите. Можешь проверить, напасть. Сомневаюсь, глядя на научную графу. Ну, то, что я без защиты. The effect of the mass media is not to elicit belief, but to maintain the apparatus of addiction. Вот это уже не надо. Можно морские порты плюс одну науку дают. Или скидка на улучшение. Но я линкоры не открыл пока. Давайте пока науку. Да, и можно купить, собственно, еще миссионера, потому что можно увеличивать вполне. Там каждый житель будет плюс процент давать.
Так, ты мне даешь. Заполоним все субмаринами. Сделать религиозный объект, но что-то я не могу понять, почему для Конго он не выступает каким-то там супер-супер. Этот инженер нам не нужен. Вот смотрите, видите, тут сколько? 13, да? Последователей. Вот работает 13%, 6,5 производства дает. Теперь смотрите. Используя религию, тут становится 14 последователей. Соответственно, плюс 7. Ну, только на пол производства повысилось. На самом деле лучше вести там, где мало последователей, сюда поведу его, просто чтобы показать вам побыстряне. Так, а этот генерал на что у меня работает? На новом времени эпохи атома. Это у нас новое время. Отлично. Торговый путь, обратить веру. Вызвать вдохновение для избирательного права, это, по-моему, 4 канализации. Я до сих пор офигею, что здесь вдохновение для избирательного права, это 4 канализации. У меня нет только чая и... There are three things extremely hard. Steel, a diamond, and to know oneself. It has been demonstrated that no system... Not...
Ну что, нефти тоже у меня не будет. Да, ну, на территории в принципе нету. Да и рядом я не вижу. А, уголь нужен. Класс. Есть уголь, кроме меня. Зашибись. Убедил. Ну нету, нету. Я знаю, что тут эта руинка стоит еще с самого начала века. Но меня, честно говоря, они вначале классные, а потом прям туда, чтоб... Вообще, просто давайте я сбегаем. Смотри, я отправляю караваны. Они у тебя как египетские работают? Нет, конечно. Просто там много всего, там много денег. Сразу поставлю в холодную войну. Так, а что там с расщеплением ядра? Далеко? Да, далеко. Шесть тех. Примерно 13-17 ходов. А, о, так я тут ускорение взял для чего-то. Неплохо. Тогда не зря. Не зря сплаву. Так, что-то я где-то... Economics is a subject that does not... Где-то лагерь варваров нашелся. Так, так как у нас не должно, юниты не должны стакаться, то...
может мне на грек предложение. Может мне на апостола сохранить. Так, значит, этого парня я могу использовать. Четвертого уровня субмарина. Класс. Так, я походу с кем-то прекратил торговать. Цитрусовый хлопок, ртуть. Цитрусов нету, ртуть есть. Вот цитрусовых нету, окей. Американец, предложение. Это вообще никого нету. Его армия тут что ли стоит? Так, в Магдебурге стоит развлекательный комплекс стоит, но там только арена. То есть нам надо еще зоопарк открыть. Да, со счастьем у меня тут... Не очень. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.